А скажите, я понимаю, что вот вы говорите, что да, для меня все там мои дети равны. Все равны, все удалы. Ну так же не бывает никогда. Всегда я бывает... их всех люблю сердечно, но другому я навечно отдана. Понятно. Мне всех милей та, которая стоит на пьедестале, и за ее спиной поднимается флаг и играется гимн России. Угу. Вот она стоит там, та, которая больше всех любит художественную гимнастику, верит мне и поднимает флаг. Вот это вот. Я понимаю, вот ей я отдана. Это очень удобно, это все вот так говорить, но я же понимаю, что среди девочек там, они же для себя, ну знаете, как вот в известном фильме в «Гареме», теперь я любимая жена, там же наверняка она думает, что теперь я вот фаворитка, я у Ирины Александровны любимая, там тема ревности есть. Вы отслеживаете эти вещи или вы считаете, что нет, это они как-то... они дети знают, что я справедливая. Я строгая, но справедливая. Это Барсукова сказала. Угу. А что, говорит, Ирина Александровна ругается? Ага. Они мне спрашивали у первой моей олимпийской чемпионки. Она сказала, ругается, если выпросишь. А так нет. Нет, вот сейчас у меня были такие. Очень жаль, конечно, когда уходят такие потрясающие дети, как Барсукова ушла, потом Алина ушла, потом Канаева ушла, потом ушла Чащина. Потом ушли вот сейчас Кудрявцева и Мамун, ушли потрясающие гимнастки сказочные. Ну, как-то мне вот так вот Бог, сначала я получаю как бы такой очень неприятный вызов такой, что вот а что делать дальше, у нас только это. А потом оказывается, что это тоже звезды, и тоже с ними интересно, и они еще лучше, еще ярче, и вот мне сейчас... Алиночка написала, что Ирина Александровна потрясающая программа. От нее это услышать нелегко. Нелегко? Нелегко, потому что она всегда ругалась и говорила, художественную гимнастику убивают, почему вы сидите и молчите. Мы делали по 25 элементов, сейчас делают по 9. Но сейчас вот поменяли программу и стали делать мастерство, так называемое, это очень интересные элементы, такие рискованные, которые мы с Алиной делали задарма. Мы делали просто для красоты, теряли, но делали для красоты и для того, чтобы художественную гимнастику вывести таким способом, не специально, а вот просто нам это нравилось обоим. И когда мне сказали, что Ирина, я тебе говорю не как твой начальник, это президент технического комитета, итальянка мне сказала, а как, я тебе говорю не как твоя подруга, а как твой начальник, убери у Кабаевой половину трудностей. Я ей сказала, она сказала, ни за что. Я сказала, Алина, начальник сказал... Мы убрали, ничего не изменилось. Она перестала просто ронять. Ну вот это к тому, что сейчас это все оценивается. И у нас есть такие девочки, две маленькие, ну как маленькие, они просто не худенькие, маленькая собачка всегда щенок, но они такие ловкие, две сестры, близнецы Аверины, Дина и Арина, которые делают сумасшедшие вещи, на что Алина сказала, супер программа.